Онлайн-сервис «Умная платежка» появился в Московской области несколько месяцев назад. Сегодня он уже завоевал популярность у жителей Подмосковья. Программа позволяет передавать показания приборов учета и управлять оплатой услуг ЖКХ с помощью смартфона. Заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Каратаев сообщил, что сервис пользуется у жителей муниципалитета все большей популярностью. Сегодня уже более 10 000 жителей округа установили на мобильные телефоны специальное приложение.